Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Еще один вид цветов, которые могут выращивать даже самые-самые неопытные начинающие цветоводы, это очетки. Вот видите, сейчас у меня цветет вот этот очеток. Видите, это вот такой вид. Потом будет цвести вот этот очеток розовым цветом. Так, это они у меня на улице, на Альпийской горке. Сейчас пойдем дальше. Ой. Так. Сейчас дойдем до очетка едкого. Гвоздика, травянка тоже подходит для тех мест, где вы не можете поливать. И вот уже почти отцвел. Тоже очень красивый. Вот, очеток едкий. Вот этот. Еще есть вид очетка вот такой. Если у вас есть какая-то альпийская горка, или вам нужно прикрыть место, где вы ничего не садите, где почти нет грунта, идеальный вариант — это вот эти очетки. У них, видите, эти очетки, хоть елочки, хоть розочки, у них вот эти толстые, мясистые стебли, которые от дождя до дождя выдерживают. Здесь я их не поливаю вообще. Вы видите, что они у меня на улице растут, совсем около дороги. У нас тут была куча мусора, я ее засыпала грунтом ненужным. И вот здесь у меня теперь всякие очетки, гацании будут. Очень хорошая вот эта вот мясистая. Как только пройдет дождь, они вот эти все, как сказать, утолщаются, все вот эти у нее листики, вот эти. И следующее, до следующего дождя, хоть неделю, хоть две, хоть месяц, они терпят. Не надо их ни поливать, ничего. Для декорирования участка где-то, может быть, какие-то, еще раз повторюсь, неприглядные места. Или хотите вы искусственно создать альпийскую горку. Вот такие растения, как очетки, незаменимы. Если я про предыдущие цветы говорила, что они не требуют ухода, это как условно, все равно их немного надо поливать, то эти растения поливать вообще не надо. Все. Вот рекомендации мои для тех, кто хочет какой-то уголок, самый заброшенный, украсить, но совсем не ухаживать за ним. Пожалуйста, посадите очетков. Это вечно зеленые растения, особенно вот те вот елочки. Они осенью красиво смотрятся, и весной из-под снега. Только-только снег стаял, они вылазят. Хорошее украшение участка. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Про все цветы, видеоролики и статьи у меня размещены на моей странице. До свидания.